Молодые и активные. Члены Уссурийского молодежного совета при Думе округа уже включились в парламентскую работу. В конце прошлого года состав организации практически полностью обновился. И сейчас юноши и девушки только начинают вникать в полномочия органов местного самоуправления. Депутат Уссурийского городского округа уделяет большое внимание роли молодежной организации, планов социально-экономического развития нашей территории. Старается поддерживать все инициативы и начинания. Глава округа Николай Рудь посетил заседание молодежной организации с торжественной миссией. В преддверии празднования Международного женского дня он поздравил прекрасную половину совета. Юноши получили праздничные адреса и крепкие рукопожатия в честь прошедшего 23 февраля. Члены Уссурийского молсовета готовятся вынести на обсуждение депутатов свои первые нормотворческие инициативы. Молодые активисты сейчас живо обсуждают свои проекты. Также на заседании подняли другую важную тему – предвыборную кампанию 2018 года. Начинающие деятели местного самоуправления собираются со всей ответственностью подойти к процессу голосования. Евгений Талов, Сергей Флоренцев, Телемикс.